Быстрее, выше, сильнее. Девиз Олимпийских игр актуален для любых спортивных состязаний, в том числе и для участников 8-й физкультурно-спортивной спартакиады по лыжному спорту. Она прошла в поселке Вурнары. На старт вышли 24 команды, представляющие пожарные части и подразделения надзорной деятельности со всей республики. Несмотря на мороз, на трассе было жарко. Среди участников разгорелась настоящая борьба. Атмосферу накаляли и болельщики, бурно поддерживающие свои команды. На последних метрах дистанции эмоции проявились особенно ярко. Каждый спортсмен старался первым прийти к финишной черте. Лучший результат в итоге показали представители команды пожарной части номер 6. Следом за ними финишировали спортсмены специализированной пожарной части по тушению крупных пожаров. Немного им уступила сборная Чувашской республиканской противопожарной службы. Она пришла третьей. Победители соревнований наградили дипломами, подарками и вручили переходящий кубок.